Итак, дорогие друзья, мы приехали осматривать следующий отель нашего путешествия. Сегодня у нас будет три отеля, потому что вчера мы один посмотрели. Но четвертый — это наш, где мы были. Вот. Вот это ресепшн будет впереди. Поэтому пойдемте. Пойдемте. Сейчас поближе зайдем, посмотрим. Здесь у них, я уже вижу, машинки ездят. Но не буду на дорогу к ресепшену отнимать у вас время. До скорых встреч. Ну, здесь, видите, машинки ездят. Нас встречают гости. Здравствуйте. Гости. У нас хозяева встречают. Видите, можно сразу руки помыть. Потому что здесь жарко. Здесь вот так вот все выглядит. Вид сверху, скажем так. Но это все только ресепшн. Сейчас мы здесь вот так вот перейдем. Красота. Ну, там океан в шаговой доступности, видите? Вот он, океан. Итак, дорогие туристы, друзья, мы идем смотреть этот отель, я вам буду снимать дорогу. Проживают здесь, видимо, все вот такие домики, которые здесь, вот смотрите. Видите, какая красота. Мы идем вот по этой дорожке, вниз туда. За моей спиной остается ресепшн. Видно? Видно. И так вот здесь вот все видно. Кокосы. Птички, птички. Слышите? Красота. Опять я. Видите, какие здесь домики? Двухэтажные. Вообще все на Шри-Ланке. Я обожаю Шри-Ланку. Просто вот обожаю. Здесь и климат, и сервис. И недорого. Перелет только дорогой, а так вообще проживание здесь недорого. Ребята. Видите, какие здесь все красиво. Мы идем смотреть куда-то наверх. Также будем подниматься. А пляж вон, видите, совсем недалеко пляж. Ресепшн. Так, ну ладно, я останавливаюсь немножко. Остановлюсь. И пойду вот сюда подниматься наверх. Туда. Второй этаж. А как это все смотрится со второго этажа? Здесь как другой город. Пальма, там океан. Мы входим в номер. Конечно, это выглядит вот так.
Это кровать. Вообще вид вот такой. Ага. Можно на троих. Пошли в гардеробную. Вот так. С гладильной доской. Моя спина. Смотрите. Так. Слушайте, здесь еще балкон. Выход на балкон. Моя спина. Так, вот на балкон. Так, по-моему, здорово я продумала. Как вам это нравится? Здесь вот сам балкон. С выходом вам видно? А вид вот отсюда, смотрите какой. Отличный вид. Так, я сейчас остановлюсь. Дорогие друзья, вот здесь еще один такой замечательный дом. Он с ванной. Если свободно. Это как везут? Да, кто спрашивает? Музыка. Не люблю открытые. Ну ты блин, даже вот с мужиком. Как ты туда засунешься? За кадром говорят про мужиков, но не слушайте, все хорошо. Здесь вот так. Отлично. Итак, продолжим осмотр номер. Умывальнички такие. Такие шикарные. Здесь помимо ванны, которую я вам показала, здесь еще. Ага. Это туалет. Туалет. А это вот с другой стороны. Душевая кабина. Я жду оттуда. Так, сейчас мы сходим на улицу. Сейчас мы сходим на улицу, покажем вам бассейн. Смотрите, я здесь выхожу. Выхожу. Снимаю бассейн. С выходом на бассейн. Итак, пока мы дальше идем, смотрим этот отель, я вам хочу озвучить свое предложение. Так как я смотрю отели всегда толпой таких же турагентов, как я, то как бы ждать, пока выйдут, но мне неинтересно. На самом деле снимать пустые номера, получается, что тоже вся эта информация есть на сайте. Поэтому предлагается смотреть меня в интерьере этих номеров. Я надеюсь, вы не против, как я хорошо придумала. Да? Итак, мы идем по территории. Здесь, смотрите, есть такие лежаки стоят. Здесь бассейн с баром, с крокодилом. С пальмами, с травкой, с алкоголем. Ну и как всегда со мной. Так, а мы идем дальше и смотрим. Здесь прям говорят, в бассейне играет негромкая музыка, но приятная, не раздражающая, как ты слышишь. Так, для ощущения как бы реальности происходящего, это здесь, и это вот так. Может, там один отрывок 500 раз прослушивать вот так вот по кругу, потому что здесь нельзя. Но территория отеля не такая громадная, как гектары. Но, в общем-то, зеленая большая. Здесь у нас вот огородники. Hello. Прослушала.
Ну так, что ты понимаешь? Да, это там... Ну, а когда ты уже жутко, ты, короче, на все выезжаешь. Сейчас не знаю, просто я... Там здесь какой мостик над головой. Ну, а потом я получается не построилась. И когда ты не делаешь... В этом отеле есть спа всегда. Но он тоже не выглядит. Плохо? Нет, это вообще не плохо смотреть. Такая, блин. Васюта, с вами все получается. Как? Ты думаешь, как? Как мы сейчас по храму хотим? Там. Стандартно. Ну, сначала хотела не снимать. А потом решила снять. Это вилла вообще-то. Делюкс. Она комнатная. Здесь у них на первом этаже. Большой комнате. Следующая башня. Качалка. Здесь зона отдыха, телевизор с качалкой. Есть диванчик, если тоже полежать. Вполне. Я вам хочу люстр показать. Смотрите. А там ракушки настоящие, они такие большие, из моря доставленные. Так, пойдем, пока здесь все свободно. Здесь вот выход, вот такой вот выход, он где маленький принялся. Я вышла. Видно? Видно. Освечивает. Бассейн вот так, бассейн. Да. Вы поняли, да, как именно здесь комбинация идет? Делюкс и суперьер. Так, пошли дальше, смотри. Шведат, я, конечно, не знаю, кто сюда приедет, но так сделаю ссылку на отель. Так, это вот сам номер. Прорвалось. А это сам номер, продолжаем. Продолжаем. Слушайте, у них очень популярно, вот с ванной, как всегда, с телевизором. Там вот отдельный туалет, вот туалет вот там. Вот так.